Режем штрафы пополам. Нововведение в Кодексе об административных правонарушениях касается тех автолюбителей, которые оплатят выписанные штрафы за нарушение правил дорожного движения в течение 20 суток. В нашу редакцию поступило множество звонков с вопросами от автовладельцев. Как оплатить штраф со скидкой? В нашем эксклюзивном интервью. С 1 января 2016 года вступил федеральный закон 437, который указывает о том, что в течение 20 суток, если гражданин нарушил административное правонарушение, предусмотренное 12 главой, он может оплачивать сумму в 50%. Но данный закон федеральный предусматривает то, что гражданин, который нарушил грубое нарушение, такое как опьянение, то есть 12.6, 12.8, также повторное сплошное 12.15, часть 5, он уже оплачивает полную сумму, она не предусматривает. Также, если гражданин обжаловал данное постановление в суде, либо он был не согласен и обжаловал, это тоже не подходит под скидку. Данное дополнение федерального закона также расписывается в Кодексе об административных правонарушениях, дополнение в статью 32.2, пункт 1.3, где полностью расписано данное дополнение и изменение. Также касается вопрос по поводу постановлений. Инспектор на дороге, либо который получен в режиме видеофиксации, в постановлении указывается полная сумма. При оплате в банковском учреждении вы говорите кассиру, что уплачиваете половину, потому что она подходит под 437 федеральный закон. Еще одна проблема – постановление с камер фиксации нарушений, работающих в автоматическом режиме. Как правило, уведомления приходят с большим опозданием, и водители не укладываются в 20-дневный срок. Выход прост – зарегистрироваться на сайте госуслуги.ру, на котором можно узнать всю информацию об имеющихся задолженностях. И к другим темам. Пожар высотки на улице Промышленной. Утром по тревоге сюда съехались пожарные расчеты и спецслужбы. Всего в тушении было задействовано 8 единиц техники. В спасательной операции приняла участие и наша съемочная группа.